Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA 5. И чем мы будем сейчас заниматься? Есть ли у нас какое-то задание для... Да, у нас есть задание для Майкла. Есть у нас задание для... не для Майкла, а в принципе для... Да, для Майкла тоже у нас есть вот тут два задания. Но, может, мы пойдем еще выполним одно задание за Франклина, как думаете? Хотя, знаете что, давайте нет. Так. А как менять вот это? Ага. Давайте нет, потому что мы уже много серий провели за Франклина, там 2 или 3. Поэтому, мне кажется, давайте-ка мы попробуем сейчас поиграть за Майкла. Смена персонажа. Dumbass fucking kid. Вот так. И сейчас мы, наверное, просто идем домой. Поехали, ребята, мы домой и посмотрим, какие задания у нас там есть. Вроде как я знаю, если мы поедем сейчас домой, то мы займемся йогой. Так, давайте сразу же убежище. Мы займемся йогой. И если я помню, то мы пойдем гулять с нашим сыном, да? Вроде. Поэтому давайте-ка мы эту серию проведем с нашим сыном. Опа, это же... А, машинка обычная. А, кстати, ребят, кто не заметил, мы нашу обдюшку протюнинговали вроде пару серий назад. И, если честно, она так круто выглядит. Круто. А это что? Это помочь какому-то персонажу? Я как-то не имею сейчас желания, честно. Я просто-напросто хочу сейчас домой поехать, да и все. И отдохнуть дома. Так. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe! Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Namaste, namaste, chuvak, namaste. Oh, yes, yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility. Ладно, давайте, начинайте уже. Oh, here is good. We have the sun and the moribunda. Asshole. Now we begin to put the asshole to the earth. This, we begin each sequence. Tadasana. 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 Or mountain pose. Ну начинайте уже. Deux. Trois. Trois. And anus. Un, deux, trois. Trois. It is perfect. Now, Michael. Michael. Да. Йога мы еще не занимались. Так, да? Вдохнуть. In and out with the breath, Michael. И выдыхаем. Let it out, baby. That is okay. Ну, не знаю, будет ли это тяжело, но пока что нет. Дальше. Майкл, I never thought I'd see the day. О, чувак, нет, ты неправильно. У тебя рот и анус не на одной полосе, как этот намасте говорил. Strength, Майкл. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Sometimes, when I do this pose, I weep. Uncontrollably for hours. Ну, давайте. Да, йога, конечно. Вот чем-чем, но йога мы еще не занимались. Wow. You feel that emotion inside? Let it go. Michael, join us. Ладно. Давайте попробуем. Now, you breathe. Let it go. Дальше. There it is. You can breathe, can't это, в принципе, не тяжело просто управлять клавишей и мышкой, как я понял. He's actually trying. I can't believe it. Может, потом будет тяжелее вот этим хренью вот этой заниматься. The silly man forgets to breathe.
Кто-то с вас занимается йогой? Маловероятно, поэтому не оскорбляйтесь, если я йогу называю хренью. Поэтому вряд ли кто-то с русских йогой занимается. Это вот, знаете, для кого йога? Вот для таких богачей, у которых миллиарды, ну не миллиарды, а миллионы, и которым просто-напросто некуда тратить вот эти деньги, и вот они нам нанимают тренера и тренируются вот этой хренью. Я не думаю, что кто-то русский будет заниматься йогой. Я шучу, я занимаюсь йогой каждый день. Намасте. Намасте. Я готов, ты чё тут раскудакталась? Плэнк? Плэнк? Чатаранга? Чата... Я... Beautiful. Everything is flowing in me. Майкл так смотрит. Вы чё, дебил? Майк, would you? Конечно. Конечно. Давайте. Понеслась. Put the Luna to the face. Just exhale, Michael. Tell me you don't feel centered. Конечно. Breathe, please, Michael. Я тоже йогой занимаюсь, вы что, не заметили? Только просто дыхательно. Я ничего не делаю, просто сижу за компом и йогой занимаюсь. Типа вот так. Извиняюсь, я как-то занимался йогой и как-то, знаете, не смотрел, что там Майкл делает. If it's too much, just go into child's pose. Кого? Я понял, если бы ты еще... Да что за хрень? А почему он прервался? Я как-то не понимаю. Я все нормально делал? Может, у него там кости болят, и йога это не для него? Вот. Ну, я вроде все нормально делаю. Не подведи меня, Майкл. Не заставляй меня задание это опять делать, потому что йога меня уже заколебала, если честно. Very good. Now let it go. Your inner eye. Breathing is almost the most important thing, no? Да я уже понимаю, ты уже 150 раз это сказал. Saving you from the couch? Taking the air and release. Да, я понял. Breathe out, please. If you'd found yoga before, you wouldn't have been that way with coach. Да, конечно. Breathe, please, Michael. Если бы у Майкла не было столько бабла с ограблений, хрен бы ты сейчас йогой занималась. Your aura is just like, wow. Ну давай ты уже, Майкл, заканчивай эту фигню. Во. Все? Okay. Наконец-то. You have come a long way today, Michael. Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Michael. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. Back. Yes, there you go. Oh! What? Hey, enough of that! Вот поэтому, если у вас будет жена, никогда ее не отпускайте на танцы и на тренировку йогой. Вы видите сами. Why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back. Good. You are alone, you pathetic psychopath. Fuck you. And that phony French fucking yogi. Мокрый. Куда? Идите в комнату Джимми. Ага, Джимми, где его комната? Are you still here? Ага, вот. Подниматься. James! Fuck off! Oh yeah, fuck! Nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Right, come on, I wanna go for a ride. I gotta meet a friend. Alright, so I'll go meet him with you. Come on, I wanna get out of the house. I'm not going alone. Come on! This is fucking bullshit. Все, Майкл уже высох. They're not my buddies.
They're the only people you speak to. Ну давай двигайся, жирная жопа. О, побежал, побежал. Похудеть захотел. So where's your friend? Burger shot. Ну потопали, сколько там? 1.5 километра, в принципе, это не так уж и много. Если честно, мы туда быстренько доедем, это чудо. Конечно, в фастфуде, куда еще с такой жирной жопой, только в фастфуд. Ну проезжай ты уже. Oh, says the dope smoking, game playing, live at home world owes him a living millennial. I knew it! The mask was gonna slip! The monster's been exposed! The hell are you talking about? The real you! That bitter, vindictive old man! You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times? I love you. Oh, no. You really have to meet my friend? Yeah, I really do. There he is, the friendly neighborhood drug dealer. Yo, oh, what's up? What's up, man? Good to see you. What are you, turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Nah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man. What the fuck? Jimmy. Just hold on a second. Oh, all right. All right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. А куда нам? Ух ты, машинка. Крутая. Now what? Can we just get back to the house, please? Домой? Ну, поехали домой. Опять 1.5 километра, мы, в принципе, ну, быстренько доедем, мне так кажется. So, ой. Kind of че он там пьет? Ну, выпил, и okay. Дальше что? А что так все... What the fuck? I'm starting to feel a little woozy. You're fine. No. Really, this is not chill normal. Out. You're just paranoid. This is not paranoia. This is totally just... No! I'll stop it. Вот его вштырило. It's harmless. Vets have been using it for decades. You anesthetize me? You fucking shit. I'm protecting you from yourself. Also, I took money from your bank account, and I'm moving out. All right, you're too crazy, Dad. Goodbye. Jimmy! Вот его вштырило нафиг. Да, это что, GTA 5 Saints Row Edition? Потому что в Saints Row это вот такая хрень, но в GTA
Мда. Я не знаю, что сказать, честно. Ну, это понятно, что его штырит прям. Конкретно его штырит. Так, сейчас. Ну и что дальше будет? Сражение с инопланетянами или мы уже домой идем? О, это для нас тут припарковали. Только я не знаю, как этой хренью ездить, если честно. Наверное, просто... Я не знаю, честно, я вот на этом велосипеде никогда не знал, как быстро ездить. А фиг его знает. На Shift я не хочу много раз нажимать, на W это тоже не работает. Если я нажму на Space, то это просто прыгает. Опа, опа, опа. Ну что, мы доехали наконец-то. И сейчас что? Никого дома, все съехали. Да-да. А, так я не туда пошел. Вашу мать. Ага. Да. И жена Майкла от него ушла. Выполнено. Кто сказал йога? Вот. Так, да, давайте сохранимся. Теперь вам доступна йога. Ребят, я немного вот это буду вырезать, некие моменты. Я, в принципе, надеюсь, вы меня понимаете. Ну, просто-напросто, потому что там есть какая-то музыка. А, вот такие моменты, в принципе, лучше вырезать с музыкой. Но я не знаю, что сейчас сделать. Вот какие задания у нас есть для Майкла. Вот Б, это что? Б, это что? ФБР, ага. Это ФБР. И, в принципе, наверное, вот это мы уже будем выполнять следующий. Вот это для Майкла. Нет, это для не Майкла, а для... Не для Майкла, а для Франклина. Поэтому сейчас мы, наверное, больше ничего не будем делать. И, наверное, на этом мы уже будем заканчивать вот эту серию. Ребята, всем спасибо за просмотр. Если вы хотите новой серии GTA, поставьте большой палец вверх. Набираем 100 лайков на этой серии GTA, выходит сразу же новая серия. Оставляйте свои комментарии, чем больше... Да вы охренели, честно. Чем больше комментариев, тем больше я рад. Если честно, мне нравится читать ваши комментарии. Я читаю каждый ваш комментарий и также постараюсь ответить на каждый из них. Поэтому, если вы хотите, чтобы я прочитал ваш комментарий, просто-напросто напишите его там водилы нафиг, офигеть. Это GTA прям, знаете, не только игрок хреново водит в GTA, а я вижу и водитель, вот баба за рулем. В принципе, ребята, еще раз скажу, на этом мы заканчиваем. Подписываемся на мой канал, я тоже буду этому очень рад. И еще раз, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.